Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Мастеркова «The Best Day». Это тот самый участник нашего предыдущего конкурса, который 55 на 55. Он был один из победителей, да, про Мишу Боярского. Вот. И сегодня мы исполняем его пожелания. Это его творчество, да? Ночка приболела, меня не будет несколько дней. Самый лучший день, заходил вчера, мне было просто лень, с самого утра. Что такое это? Я 2 недели дома, не видел никого, это было так кайфово. Под кого он косит-то? Заходил вчера, мне было просто лень, с самого утра. Школу прогулял, я 2 недели дома, не видел никого, это было так кайфово. Ты звонок телефону, а мама дома, кто-то может подтвердить, что ты правда болен? Да, конечно, я доволен, то есть болен, извините. Мама вам перезвонит, она у родственников в Питере. Ты дома? Я в Питере? Что тут происходит? Мне позвонил учитель, говорит мне, что ты болен. Ты чего так рано дома? Я тут школу припозднил. Собирайся, мы идем к соцпедагогу разъяснить все. И вот педагог, строгий взгляд, хмурый лоб, почему обманывал ты всех вокруг, идиот? Я просто устал слушать слово «урок», устроил себе самый лучший денек. Самый лучший день, заходил вчера, мне было просто лень, с самого утра. Школу прогулял, я 2 недели дома, не видел никого, это было так кайфово. Самый лучший день, заходил вчера, мне было просто лень, с самого утра. Школу прогулял, я 2 недели дома, не видел никого, это было так кайфово. Ну, в принципе, я, конечно, думаю, что он там не сильно, но, в принципе, получилось неплохо. Конечно, вот этот вот стиль, прям вот как будто это не он поет, потому что это вот сильно взято от современных наших популярных исполнителей, но в целом мне и по голосу понравилось. Вот, по-моему, из всех, которых я вот более-менее слушала последнее время, таких, которые только начинали. Вот где-то там в самом начале мы кого-то слушали, который нас 2 раза попросил. Вот он был неплох. Но Оксимирон, помнишь, который это... Да, вот он мне тогда понравился. Потом было все время как-то так не ахти, ну а вот этот вот, не знаю, что-то вот этот Мастерков, у него, мне кажется, получится. Мне кажется, это просто единственное, что надо найти свою какую-то, свое направление, чтобы оно, ну, отличалось от других, чтобы была своя изюминка. И мне кажется, что все получится. Твори, дорогой, будет тебе счастье. Всем пока.